Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Щука – это довольно популярная рыба, применяемая в кулинарии. Щучье мясо принято считать диетическим и одновременно максимально полезным благодаря содержанию белка, который содержит все незаменимые аминокислоты в легкоусвояемой форме. В щуке около 100 килокалорий на 100 граммов, поэтому людям со склонностью к набору лишней массы это мясо подойдет идеально. Диетическое мясо этой рыбы несет пользу для нашего организма в любом виде. Отварном, тушеном или запеченном. Мясо щуки богато калием, что очень полезно для сердца и сосудов. Также фосфором для обменных веществ, процесса баланса кислоты и щелочи. Магнием для мозга, мышечной и нервной системы. Кальцием для здоровья зубов и костей. Железом для укрепления общего иммунитета. Йодом для эндокринной системы. И серой для защиты от токсинов. А входящий в состав натрий не дает вымываться из организма кальцию. Употребляя мясо щуки, пользу можно получить и от содержащихся в нем витаминов А, Е, В1, В2, В6, В12, В9, С, ПП. Они, в свою очередь, помогают нормализовать процессы обмена и укрепляют иммунитет. А рыбный жир снижает уровень холестерина в крови, защищает сосуды от образования бляшек, нормализует функционирование кровеносной системы, улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Также у людей, которые употребляют хотя бы один раз в неделю этот продукт, снижается риск появления аритмии, тахикардии, образование тромбов и развитие диабета. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго!